Всем добрый день! Я люблю большие комнатные цветы, ими можно красиво украсить ваш интерьер. Ну, а кто-то любит маленькие комнатные цветы. В основном ставит их на подоконник. Если цветов мало, то они на подоконнике обычно помещаются. У меня тут двухметровый подоконник, даже больше. И на нем помещается до 10 только цветов. Орхидеи, фиалок, неважно. Ну, 10 более-менее помещаются. Так это большой подоконник. А если у вас подоконник меньше, а цветов больше, тогда нужна подставочка для цветов. А может даже и стеллажик. Стеллаж для цветов должен быть компактным, по моему мнению. То есть помещаться на подоконник. Часто подоконники нестандартные, поэтому требуется нестандартная ширина данного стеллажика, чтобы он поместился на вашем подоконнике. Полочки должны быть стеклянные, желательно, чтобы попадал свет. Если полочки, например, будут металлические, то это сильно перекроет доступ света в вашу комнату. И у вас комната будет темная. Чтобы ваши цветочки хорошо цвели на осенне-зимний период, неплохо было бы предусмотреть подсветку для цветов. Она может располагаться как вертикально. Это маленькая лампа. Обычно тут вешается 1,20 м, лампа большая. Также можно располагать лампы горизонтально под полками, на двустороннем скотче, либо на специальных креплениях. Данные стеллажи я делаю под заказ по вашим размерам подоконника и по вашей высоте оконного проема. Могу сделать на любое количество полок. Цвет также можно заказать любой. Обращайтесь, буду рад вам помочь. Every single day.